Вы смотрите видео об отеле Гран Кариба Палма Рил, старое название Белвью Палма Рил. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Гран Кариба Палма Рил, старое название Белвью Палма Рил, расположен в стране Куба в регионе Варадеро и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. В 25 километрах от аэропорта Варадеро, в центре города Варадеро и в 129 километрах от Гаваны, в 250 метрах от пляжа. Территория гостиницы занимает 1000 квадратных метров. Отель находится в 2 шагах от центра Варадеро, через дорогу пляж. На территории – спортивные площадки, собственный ночной клуб. Обслуживание на высоком уровне, хорошая, но не навязчивая анимация. Питание в ресторане в основном хорошее, состояние номеров – среднее. Хороший отель для молодежного отдыха и культурного туризма. На территории отеля имеется 3 ресторана, 2 а-ля карт, 4 бара, 4 бассейна, 1 теннисный корт, интернет-кафе платно. В номерах есть ванная комната с ванной, центральный кондиционер, телевизор спутниковое ТВ, телефон, балкон или терраса. Уборка номера – ежедневно. Смена белья 2 раза в неделю. Платно – сейф. Номерной фонд отеля состоит из общее количество комнат – 466. 466 студио, 23 квадратных метра, максимум 2 плюс 1 человек. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть ресторан «Шведский стол», итальянский ресторан «Эла Карт Ла Пьеза». 6 баров, снэк-бар «Ла Палма» открыт 24 часа. Снэк-бар на пляже с 10 часов ровно до 17 часов ровно, Саоха с 10 часов ровно до 23 часов ровно, Мохито с 10 часов ровно до 23 часов ровно, Дайкири с 10 часов ровно до 2400, Ла Карпа открыт во время проведения представлений. 4 бассейна, тренажерный зал, настольный теннис, баскетбол, дартс, аэробика, развлекательная программа, дневная спортивная и анимационная программа, развлекательная программа по вечерам, безмоторные водные виды спорта, дайвинг, снорклинг. Также бесплатно доступны теннисный корт, теннисные мячи и ракетки, настольный теннис, бильярд, шахматы, пляжный волейбол, аэробика, мини-гольф, катамаран, развлекательные программы. За дополнительную плату имеется массаж, уроки дайвинга, уроки танцев. Для детей есть детский бассейн с пресной водой, мини-клуб 4-12 лет, бэби-клуб 0-4 лет, детская площадка, собственный песчаный плая Варадеро. Зонтики, шезлонги бесплатно. Пляжные полотенца, депозит. У бассейна зонтики, шезлонги бесплатно, полотенца, депозит. Год постройки гостиницы – 1979. Год, когда был сделан последний ремонт – 1999. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.